В 2016-м Аршавин вроде бы остепенился и даже женился на модели Алисе Казьминой. В минувшем феврале у пары родилась дочь, но оказалось, что и своей новой супруге Андрей изменял почти год. Выяснилось, что в 2015 году Андрей параллельно с Алисой крутил роман с некой замужней моделью Екатериной. Пара встречалась целый год тайно, пока муж Кати обо всем не узнал и недавно не рассказал Алисе. А что та? Та простила и даже оправдала мужа, мол, с кем не бывает, не разводится же теперь из-за этого. Более того, Алиса поведала, что Андрей даже плакал по поводу факта интрижки и молил о прощении. Что ж, мужские слезы после измены – весомый аргумент, чтобы простить. Только вот не боится ли Алиса, что запасов слез Аршавина может не хватить?